Всем привет! С вами снова МГ-17. Давно я не делал записи. Сегодня мы будем проходить 41, 42 и 43 день мира Modern Day. Так. Начнем с 41 уровня. Так. Тут нам надо не потерять... Потерять не более 5 растений, поэтому надо использовать что-то вот такое, что мочит зомби быстро и эффективно. Ну, остальные растения там без разницы какие, пусть будет так. Да. Ну, сейчас попробуем, что получится. Сначала, конечно же, подсолнухи. Так, еще подсолнухи. Вот, именно эти зомби, шуты, они представляют вообще самую проблему на этом уровне. То есть их надо мочить так, чтобы... Ну, чтобы они не отбивали, например, горошины у горохострела. Ну давай, вот так вот ему. Так, пошли следующие зомби и всего одно растение. Ну сейчас, я думаю, я успею насадить еще черничек. Ну, давайте. Перезаряжаются они долго. И это плохо. Придется, наверное, сделать вот так вот. Так, ну все. Расправились с этим зомби. Так, новый шут идет. Вообще... Получается, наверное, надо было сделать клона. Чтобы черники можно было перезаряжать гораздо быстрее. Наверное, так и придется сделать. Ну, хотя, кто знает, может уровень не удастся так пройти. Так. Ну ладно, вот три черники уже есть. Половина игры пройдена. И ни одного растения не потеряно. Ага, еще и Гаргантюа, значит, у нас тут. Быстро они с ним справились. Ох уж эти шуты. Блин, что-то он близко подошел как-то. А, ну все. Так, можно сделать так вот. Посадить ее сюда, чернику. Так, улучшить. И это все, что ли, будет уже? И это все, похоже. Ну, все легко и просто. И это растение первого уровня. Так, ладно, давайте попробуем, что же там на 42-м дне. Так, выжить с помощью данных растений. Ладно. Ух ты ж, сколько тут гаргантюа всяких. Так, ну поехали.
Так, начать надо, конечно же, с подсолнухов. Только они вот дорогие очень получаются. Дорогие очень, целых 125 стоят. А еще вот эти чертята, которые нифига не убиваются огнем. Ладно, а этих-то мы можем сжечь. Так. Тут, наверное, надо поставить вообще вот такую вот штукенцию, чтобы отгонять зомби. Блин, не тот зомби съел чилибоб, и это плохо. Чё ж делать-то? Ладно, придется так. Так. Я надеюсь, этот чилибоб съест нужный зомби. Вообще, все зомби, заметьте, идут пока по второму и четвертому ряду. И это упрощает. Ну вот, опять же, зомби уже пошли по третьему ряду. А еще... Так. Зомби сожрет сейчас растение. Блин, блин, блин. Плохо. Ну ладно, вот с этим чертенком разобрались. Но опять же, и сверху, и снизу идут новые. Ну, получается, тут надо их как можно дольше останавливать, а потом скармливать им вот эти бобы. Блин, зомби в ведре. Это проблема. Потому что тут нету растения, которое бы его остановило. Сейчас еще и сожрет вот тут вот. Блин, снизу два чертенка еще идут. С ними вообще непонятно, что делать. А если мы улучшим его? Ладно, пока вроде нормально вообще. Все. Так, зомби в колпаке. Чертенок, ну-ка на-ка ешь. Так, так, вот и Гаргантюа еще идет. Так, и еще один чертенок. Надо ему обязательно чилибоб дать. Ну, сейчас он вроде вот перезарядится, да. На, ешь. Так, ты давай-ка пока уйди. О, кстати, арбузы есть. Арбузы-то, блин, отбиваются от ее зонтиков. Вот, блин. Хоу, кстати, арбузы нормально действуют на этих, вон, на чертят. Крутяк. Так.
Блин, снизу проходит зомби. Блин, что ж такое-то? Ладно, все-таки он не прошел. А вот что-то гаргантюк... А, нет, все. Его отправили подальше. Так. Ну-ка, давай-ка, иди-ка отсюда. Что-то я посадил поздно гаргантюа куда-то. В смысле, растение и... Блин, гаргантюа идет. Так, а вон чертенок еще снизу проходит. И его ничто там не останавливает. На тебе, чили-боб. Так. Блин, чё ж с гаргантюа-то делать? Давай так тебе. Все. С гаргантюа разобрались. И осталось, в общем-то, совсем чуть-чуть. Ладно, ты ешь чили-боб. Ты уходи-ка отсюда. Итак, вот опять чертята идут. По идее, тут надо на арбуз улучшалку поставить. И тогда они замочат всех чертят. А сейчас вот улучшалка-то у нас выпадет из зомби, наверное, вон в ведре. Надо как-то ему скормить вон чили-боб, что ли. Или пока ладно, чертенку. А вас мы пока вообще остановим. Так, еще и новая волна пошла. Еще и два гаргантюа. Блин. Так. Ага, все, чертенок ест. Так, и сейчас будет... А, блин, там же надо... Так. От чертенка-то я избавился. А вот... Сейчас гаргантюа этот боб замочит, и чертенок его не съест. И это плохо. Блин. А, ну, вообще-то все, с чертенком там разобрались. Отлично. Осталось разобраться с гаргантюа. И все. И уровень пройден. Фигня. Так, вот есть улучшалка. Ставим ее на арбуз. И он нам мочит всех гаргантюа. Или нет? Блин, или не мочит. Так. Что-то нижний гаргантюа вообще уже проходит. Что ж ему дать-то? Как же его пойти-то? На тебе пока. Давай. Иди-ка отсюда пока. Так, давай, дракончики. Мочите его. Мочите, мочите его. Так, надо ускорить игру. И... На тебе еще. Все. Все, уровень пройден. Ну, долго пришлось его проходить. Но... Он, как видите, проходимый с растениями первого уровня. Так, ну а теперь следующий 43-й день. Посмотрим, что же там.
Так, 3500 солнышек надо сделать. Так, и получается, нельзя брать другие уже солнечные растения. Так. А вот это уже получается сложнее все. Так, мины, горохострелы. Получается, вот эти растения надо защищать как-то активно. Потому что иначе... Так, потому что иначе все сожрут. Ладно, попробуем так. Посмотрим, что получится. Пока вообще никого нету. А, надо ускорить. Так, вот пошли первые зомби. Так, держи. Так, ну-ка, держи-ка пока. Давай, отодвинь его. Да блин, зараза, он сожрал. А, может, надо было вообще дать пройти вот этим зомби, пусть бы они выпинали эти растения всех подальше. Было бы меньше проблем. Вообще взорвем их уже. Чё-то они как-то это... Больно резво идут. Так. Давай пни еще. Вот, нормально. Так, все, и разобрались с ними. Так, но у нас осталось всего 4 подсолнуха. И пройдена уже половина. Но я думаю, если посажу потом, поставлю потом улучшение на подсолнухе, можно будет пройти. Оу, блин, еще и эти футболисты снесли все орехи. Ну как все, 2 ореха, но снесли. Так, ну-ка, улучшение на подсолнух. Это не особо много, конечно, солнышек дает. Взорвем их, этих футболистов. А, вот еще улучшалки есть. Так, так, так. Выкопаем, выкопаем. Так, чтобы пенсионера не убить. Чтобы накопить солнышки. Ну-ка. Блин. Эй, солнышки, надо еще 150. Так, все, все, солнышки накоплены. И сейчас он сожрет. А, что ждать-то? Вот на тебе вишню. Бабац, и все. И уровень пройден. Крутяк. Так, и этот уровень тоже проходится с растениями первого уровня, как видите. С вами был МГ17. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем удачи, всем счастливо.